Добрый день! Сегодня с вами клуб Spellscape, и у нас будет обзор. Ну, это набор еще, как вы видите, серии из Dust Tactics. Хотя, в принципе, вот данная коробка, это уже Dust 1947. Это вы увидите, ну, непосредственно по картам, потому что вот оформление, конечно, у коробки пока осталось прежней, потому что у новых коробок оно идет из вот такого картона. И получается... Вот данный набор уже можно судить вот как начало современных текущих наборов, которые вот существуют в Дасте, особенно по комплектации. Хотя все равно немножко она была уже изменена с учетом Даст 1947. Вот здесь мы видим содержание всего набора. То есть начнем с самого простого, допустим. Это стандартные цели. Объекты, которые есть, вот они, это оно стандартно для всех. Здесь кубики непосредственно уже новой редакции под фракцию Маркс. Дальше, ну, опять же, оружейный контейнер, танковые такие вот эти ежи, шаблон дома, тоже опять же стандартный идет. Карты. Как вы видите, это уже вот, их легко узнать. У них идет здесь вот 2016 написано. Вот это вот уже идет Dust 1947. То есть карточки уже идут с новым набором новые. Так, дальше. Вот такой вот совсем маленький буклет с описанием фракций. Опять же, с перечнем того, что внутри. Такие общие стандартные, в принципе, это базовое правило, потому что новые вы все равно можете скачать с сайта, они не очень менялись, общие параметры и непосредственно сами модели. Также стоит вот не забыть упомянуть, еще идет вот такой вот маломущийся неопреновый мат, ну как и во всех подобного рода вот начальных наборах армии. Теперь мы посмотрим непосредственно сами модели. Как вы видите, вот идет шагоход, он идет, ну, тут отдельно пилот, несколько деталей, мы сейчас их соберем, немножко пересмотрим, и непосредственно отряд. Вот. Это является общим содержанием набора. Видим непосредственно отряд и сам мех. Начнем с отряда. Вот уже, как вы видите, гораздо более плотный пластик, гораздо сильнее вот сама получается детализация моделей. И если вы заметите, уже все шланги, они не идут литыми с моделями. Они даже есть отдельные наборы, которые вот можете купить вот такие вот шланги. Для огнеметов, чего бы там, наверное, для огнемета, которые вот идут. Это, кстати, относится не только к вот этому стартеру, это идет во всех уже, вот когда идут перевыпуск модели, они все уже идут вот со шлангами такими. Так, это у нас лидер. Опять же, мы видим, что по сравнению с прошлой редакцией, которая была, ну, она совсем изменилась, то есть это уже явно, даже, видите, не облой, ничего, даже если по пальцу смотреть, совсем уже другое качество. Тоже нету кривоватых поз, оружие, да, оружие ровное. То есть вот это такой вот универсальный... И, кстати, очень хороший отряд, который подходит, опять же, под любую фракцию. Вот чем наемники выгодны? Они могут играть, в принципе, и сами, и могут дополнять, да, в принципе, вообще все основные фракции. Это у нас непосредственно отряд 5 человек. Вот это герой, один из героев, вот как раз наемников, потому что их несколько. Это Таня, вот у нее немножко можно выпрямить, допустим, но и то. По сравнению с тем, какое оружие было... Раньше изначально, что вот это вот как раз он только из коробки, тут немножко нагревается, вот это буквально изменяется, и оно остается в таком же вот виде. То есть и видно, на ней
не особенно видны следы швов. Вот это, в принципе, просто погрунтованные модели из стартера. То есть, вот как раз очень неплохая, которая раздает им особенности, что они будут лучше держаться в защите и так далее. То есть Таня достаточно хороший герой. И она очень часто играет. Так, здесь, опять же, если даже вот так вот посчитать, сколько у нас. 7, 11, 10, 21 и 27, 28 очков. То есть здесь, в принципе, не так уж много очков. Это не самый, как бы, такой мощный стартер, который идут там по 50 очков. Но, тем не менее, он позволит вам все равно, по крайней мере, дополнить другую силу. Потому что, в принципе, у наемников, как таковых, вот есть только основные отряды, потом два отряда механиков, по большому счету, они отличаются, в принципе, больше дизайном самих моделей. То же самое с пулеметами, два отряда тоже в основном дизайн моделей. И вот этот мех, который идет в наборе, и еще есть отдельные мехи, которые тоже продаются. То есть, по большому счету, наемники будут расширяться, то есть там Сайленс героини будут издавать еще и так далее, но они и рассчитаны как скорее дополнение к другой силе. То есть, например, я их брал как, ну, пока нету других героев у Кулху, мифа, фракции, то они будут прекрасно дополнять там. То есть давайте вот посмотрим то, что очень люди любят. То есть она пока еще не приклеена, видите, она просто стоит. А сумку можно даже вот так вот закрыть. Это вот такой вот мех. Открывается. Ну, не посадить. В принципе, конечно, это лучше потом каким-то образом укрепить, чтобы она держалась лучше. Ну и так вот, вот она выглядит как, собственно говоря, на картинке. Вот это вот оружие все и снимается, дополняется. Это, естественно, вы видите, очень близок к советскому, ну, ССУ. Ну, по большому счету, это разновидность советского меха. Но тут и по истории самой, там Тани и все остальные, это, в общем-то, одни из бывших блока ССУ солдат с разными вариациями. Ну вот такой вот мех. Только если это все крепить, то, в принципе, будет очень мило и хорошо. Это один из любимых. Это вот, кстати, болтается внизу, это так и должно быть. Это не, это вот броневой щиток, который есть у многих мехов, у некоторых вот эти детали, даже вот эти вот боковые броневые щитки шатаются. Так что это, в принципе, для модели DAS как раз является вот нормой. То есть, как вы видите, это мехи всегда в Дасте считались одними из лучше всего проработанных, сделанных. И вот эти вот модели, которые идут в стартовом наборе, здесь точно вас не расстроят. С вами был клуб Spellscape. Оставайтесь с нами, смотрите наши новые обзоры.